Пьяный Михаил Ефремов убил человека. Михаил Ефремов – хороший наш актер. Мерзкий совершил поступок, хлебнет теперь звезда позор. Смеялись раньше, с кем не бывает, подумаешь, актер алкаш. А он людей сегодня убивает. Нет, актер теперь не наш. За руль сел пьяный этот гад, решил прокатит, как всегда. Убил мужчину пьяный смрад, сгорит, надеюсь, со стыда. Но хоть свою вину признал, не смог он скрыться, пьян в говно. Его я раньше уважал, сегодня для меня Ефремов дно. И защищать его не стоит, он невиновного расплющил молодца. Династию актеров стыда он удостоил. Позор и сына, и отца. Здесь вот эта машина 14 сбила, а вон актер Ефременко. Жесть, просто жесть. Сейчас беда случилась. Актер Ефременко чуть нас с Владом не ушатал. Вот. И только что ушатал машину. Он в говно пьяный. Знаменитый актер, блин. Только что чуть не убил. Но убил другого человека. Сука, он бухон. В говно, блин. Это он на него? Да. Пидорас, блин. Он чуть нас только что не ушатал. И потом выскочил на встречку. Серьезно? Да, вот он. Я не мог понять, это чувак. Чувак, что это был? Саня, да. Знаешь, я в ментах в этом, как это называется? Как это называется у вас? Это не пункт у вас? Нет, пункт. Менты мудацкие, блядь. Им так приятно стрибовать. Я им не позволю прибывать, звони Беглову, блядь, и убирай, убивай. Ну, Вася звони, возьми себя в руки, Таня. Я реально